Всем привет, в эфире «Универ News». Наша редакция готова познакомить вас со свежими новостями студенческой жизни. С вами в студии Олег Кашин, и мы начинаем. КФУ и Астраханский государственный университет запустят совместные магистерские программы в сетевой форме. В Казанском федеральном университете проходят Андреевские чтения. США и Китай вводят пошлины на товары друг друга. Астраханский государственный университет стал новым партнером Казанского федерального. В чем заключается сотрудничество между двумя вузами, расскажет Аделя Шамилова. Казанский федеральный посетили представители Астраханского государственного университета. Целью визита стало не только знакомство с КФУ, но и подписание договора о сотрудничестве между вузами. Договор включает в себя сетевую форму реализации магистерских программ в изучении межязыковой коммуникации, теории и практики профессионального перевода между Казанским федеральным и Астраханским университетами. Я думаю, и небольшая наша делегация по институтам поедет в Астрахань и ознакомится с материально-технической базой. Точно так же мы договорились, что специалисты приедут к нам и в Институт физики, медицинский институт фундаментальной медицины и биологии, и также особенно в гуманитарных вопросах, особенно вот в области подготовки учительских кадров. И сегодня подписано соглашение как раз в области, ну, в общем, можно сказать, в области лингвистики. Подписав договор, делегаты из Астраханского государственного университета посетили музей истории КФУ, познакомили гостей вуза с 200-летней историей университета ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор музея Светлана Фролова. Здесь гостям воочию открылись исследования и открытия научной школы, которые принесли университету всемирное признание. Большое внимание уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам, участию университета в общественно-политической жизни страны. Аделя Шамилова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета проходит третья всероссийская научно-практическая конференция «Андреевские чтения». Она посвящена памяти профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Валентина Андреева. Анна Глазунова пообщалась с учеными, родственниками и последователями академика. О важной роли педагога, учителя, наставника говорили в Институте психологии и образования Казанского университета. На третьей всероссийской научно-практической конференции «Андреевские чтения» собрались коллеги, ученики и продолжатели идеи профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Валентина Андреева. На встречу приехали внуки и дети академика Андреева. Для них конференция стала уже доброй традицией. Он относился к тому, что он делает, не просто как какой-то вот работе, да, как к настоящему призванию. И один из его законов, который он формулировал, чтобы образование переходило в самообразование, воспитание в самовоспитание и развитие в творческое саморазвитие личности. На конференции ежегодно обсуждаются вопросы о современных концепциях педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности. Ученики и последователи профессора Валентина Андреева с теплотой вспоминают время, когда познакомились с ним и его трудами. Изначально мое становление как педагога и в дальнейшем как ученого произошло, собственно, на одной из таких конференций, но это были не Андреевские чтения, а конференции, организованные Валентином Ивановичем Андреевым на Яльчике. Ученики и сейчас, когда заслуженного деятеля науки Российской Федерации не стало, продолжают его дело. Начиная с 1995 года я начал исследования в области педагогики экстремальных условий. Мы начали давать высшее образование заключенным, которые находятся в исправительных учреждениях. Та работа, о которой мы сегодня говорим, это труды Валентина Ивановича, они послужили основой, в частности, и моих исследований в области педагогики. Тематика докладов пленарного заседания была достаточно обширной и разнообразной. Анна Глазунова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетила делегация «Газпромнефть». Подробности смотрите в следующем сюжете. 27 марта Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетила делегация компании «Газпромнефть». Ранее в другом составе они уже посещали кластер института и пришли к плодотворному сотрудничеству. Возникло такое желание пригласить больше, так сказать, коллег и познакомить вас с нашими возможностями. «Газпромнефть» идет интенсивное сотрудничество с НТЦ «Газпромнефть», нашим руководителем, с вашим руководителем, рассматривается очень много совместных проектов.
было предложено сотрудничество по повышению персонала и решению производственных задач, а также возможная разработка совместных проектов. В ходе визита гости ознакомились с кадровым и техническим обеспечением 3D-геоцентра и лабораторий. Участие во встрече также приняли представители Института физики, Химического института имени Бутлерова и Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанский федеральный университет в своих стенах встречает немало гостей. Партнеры университета есть в разных уголках мира, но принимать гостей у себя гораздо приятнее. Подробнее о визите Китайской академии наук смотрите в следующем сюжете. Казанский федеральный университет 27 марта посетила делегация Китайской академии наук города Тяньцзинь. Традиционно для гостей университета устраивают экскурсии по музею истории Казанского федерального университета. Делегаты Института современных технологий ознакомились с культурой и традициями города, а также узнали про историю возникновения университета. Гости были удивлены, что когда-то высшее образование в нашей стране было только для мужчин. Встреча состоялась в рамках двухстороннего сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Китайской академией наук. Подобные встречи являются плановыми и направлены на укрепление партнерских и дружеских отношений. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз. На мировой арене зреет новый лидер. Китай постепенно усиливает свое влияние. Как сегодня он конкурирует с США, вам расскажет Артем Тупичкин. Китай уже давно вышел в списки ведущих стран в плане экономики и мировой политики. Однако конкуренция с Соединенными Штатами Америки только начинается. С 23 марта вступил в силу указ президента США о введении пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%. Также введены пошлины на импорт китайских товаров стоимостью в 60 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, рассматривает возможность повышения пошлин на импортируемые из США товары. Такое решение объясняется необходимостью сбалансировать ущерб. Этот поток, который американцы недополучат, очень существенно скажется на товарном рынке Соединенных Штатов, приведет, естественно, к подорожанию цен на аналоги, если они не будут поступать в Китае. Вот. И так сказать, для американцев, я думаю, будет определенные кризисные показатели в связи с этим. В условиях экономического соперничества США у Китая есть два варианта, радикально меняющих ситуацию. Первый – одномоментная девальвация юаня. Уменьшение курса китайской валюты удешевит и китайскую продукцию на мировых рынках. А это приведет к вытеснению американских товаров. Второй – Китай является крупным покупателем государственных облигаций США. С помощью них штаты набирают долги. Отказ от покупки облигаций Китаем приведет к тому, что руководству США придется сокращать финансирование из сферы инфраструктуры, военного или социального бюджета. Этого правительство допустить не может, поскольку в таком случае малофинансируемые структуры отбросятся назад в развитии. Помимо экономической борьбы растет и соперничество в сфере технологий. США и Китай активно развивают сеть 5G. Она позволит выйти на новый уровень в использовании беспилотного транспорта. Скорость отклика в этой сети позволяет устройству реагировать за 1 миллисекунду. В сетях прошлого поколения задержка составляет 20 миллисекунд. Из-за высокой задержки страдает оперативность, что может привести к авариям и другим проблемам. Помимо этого, сеть поддерживает одновременное подключение 100 миллионов устройств на квадратный километр. Это значительно уменьшит сбои с подключением. Тех же преимуществ 5G ждет и глобальный интернет вещей. Это одновременное подключение в едином пространстве миллиардов устройств, обменивающихся информацией между собой. Это даст новые пути для ускоренного технологического развития. Как только технологии появятся, вот эти страны, группа стран, которая станет лидером, я думаю, что это будут азиатские страны, они, конечно, достигнут больших экономических преимуществ, но и не только экономических, но, я думаю, и военно-политически, потому что мы прекрасно понимаем, что вот эти технологии не влияют на военную сторону. Вот. Поэтому, конечно, прогресс будет очень серьезный. Страна, первая освоившая 5G-сеть, станет лидером в сфере инноваций на мировой арене. Пока таким государством остается США. Однако Китай в провинции Хубэй уже запустил первую экспериментальную базовую станцию мобильной сети 5G. В России этому направлению также уделяют внимание. Опытная зона сети 5G уже запущена в Сколково. В планах запустить опытные зоны в нескольких регионах России, в том числе и Татарстане. В частности, зону сети 5G планируется создать в Иннополисе. Однако покрытие сетью обойдется очень дорого. Причиной высоких трат называют плотность установки базовых станций. На территорию, которая покрывает одна базовая станция стандарта 3G, потребуется поставить не менее 10 станций 5G. Артем Тупичкин, Универньюз. На сегодня это были все новости. До новых встреч в эфире.